Крепость тоже им можешь помочь. Я могу в ДД спекнуться тогда. Оставайся против. Что, Керс? После этого пака не пуляйте. Женоин, ты спекнулся? Ты готов хилить, нет? Кто-нибудь из локов обновить сейчас шкаф? Пуляйте дальше, трэш. Не, у нас не парься. Сейчас видео будет. Будет залет, видео скинешь и все. Да я тоже заливаю видео. Мне тоже записываю. Ну вот они посмотрят, блядь. Раз так скрина мне видят, уебки ебаные. Просто калит эта хуйня, блядь. Так их же косяк, что они не работают быстро. Ваниэль, третья аура. Там еще прикол. Три скрина надо было. Еще развернутый в виде свой ДПС. Вот охуели, да, пидора. Вага, где инст? Был в Асгардах, сейчас не знаю. Ретракнулся? Давно уже. Отказываюсь. Можно АФК? Значки, БОЕшки уходят в гильбанк, как и ворон. БОЕшка 10 уровня, можно полить? С этой БОЕшкой что хотите можете делать. Я отойду АФК на минуту. Лечи на пава, нужны кому-нибудь? Да, себе заберу. Я, может, за воронками пришел. В Ниэль. Знаешь, как говорится? Проблема индейцев, шериф не ебут. Так, шериф, блядь. Мут хочешь? Нет. Ну, тише воды, ниже травы-то, будь. Не обещаю. Ну, так старайся. Все, я тут. Павел, раздайте бафы по ДК. Набейте, пожалуйста.
Из милишников кто хочет послакать в рукобычке? Я могу до вас-то. Мой народ, короче, послакает, я возьму байру вместо него. Кто там нидит? Бля, так сказали, с ними можно делать что угодно. С беспонтовой БУЕшкой 70 уровня можно делать что? Объясняю еще раз. Синька, зеленка, это грит, либо распыл. Значки БУЕ воронки, это ББ. Скажите потом это, когда у вас видео сольется. Сумманич. Предупреждение рейда, линкую шмотку. Кому надо, ставьте плюс. Дайте баб хоть какой-нибудь. Спасибо, хоть крик вару дали. Это очень поможет вас захиливать. Ладно. Че, пуляем или там сумоним? Шкаф, да, сумоним. Байер, Элбрилла. Локи что-нибудь писал? Вуду забагался, что-то криво все стоит, сейчас релоднусь.
Эти ДВшники закрыли ЗС-око, да? ЗС. Чистите пока трэш дальше. Ну чё, Лёх, рассказывай, чё там у тебя случилось? Снимите, пожалуйста, на бар. Угу, спасибо. Сервак упал? Нет. Сразу один подкидывает и второй откидывает. Го уголок лучше. Вот это вы зря за неделю. Так, короче, я крайний раз объясняю то, что значки и БУЕшки воронки ролят либо офицеры, либо замы, либо они уходят мне. А дальше это все кладется в ГБ. Кто еще раз что-нибудь спиздит подобное, получит сразу же ГП. Thank you.
Рыба стоит. Значит, Алоэ, на тебе трэш внизу. Первая платформа, крепость, вторая, Пегастрий. Крепость у нас хилит шторм. И Пегастрия, Полина. Короче, на баф и пул. Вторая фаза, я также на трэш. Ну да, оставайся на нем. Кирс, я уже распределил всех. Еще раз. Крепость первая платформа. С ним шторм. Пегастрий вторая платформа. Полина, ты с ним. Алоэ на трэше. Как подлетит Алар, сразу же пул. Крепость подведи на край. Там 4 моба нам. Это тревога. РДД по трэшу. Даунта не было. Танки не умеют таунтить у нас сегодня. Падаем. Что-то интересное.
Крейд не было на месте. Босс пришел, там нету ни танка, ни... Ты, это самое, не было тебя, да, крепость? Я был один раз тут, да. А, ты один раз тут был, да? Значит, в ДД, наверное, спекайся. Я понял свою ошибку, короче. На этом, на ДКшнике, который снизу вводит 4 моба, это тоже хуёвая хуйня. Касается РДД. Сантей 0 дамага, да? Маленького. Блоки, уголь 180 тысяч на эликс, уголь 200 тысяч на килл, уголь 280. РДДшников тут не жопой жуешь, а вот 4 только назвал. И 2 лока, 12-13 место. Уголь Лара 20 тысяч, 260 тысяч. 4 угля Лара — это смерть танка, который внизу. Что? Танки, если вы в какой-то момент не знаете, куда бежать, вы вроде с голосом спросите, вам подскажут. Крепость в ретре. Войд на первой платформе. Войд хилит шторм. А, алоэ внизу, да? Да, он на трэше. Алоэ, если на тебе второй моб и первый еще не убит, сразу говори об этом в дискорд. Окей. Значит, там... так, РДДшки. На следующий пул повторяется то же самое. Это сразу же по сотке. Касается тех, кто игнорировал трэш вообще. Можно балты, я пойду наверх. А как понять, кто игнорировал? Ну 200 тысяч это не дамаг. Ну это 200 тысяч урона. Ну 4 это моба, а что 4 моба на танке делают? Покажи, ну, кто Эликс, больше, блядь. Что дал. Покажи, Войд. Может, дайте по шаману бафа, пожалуйста. Казум в демоне дал почти 500 тысяч. 200, ну, как... 265 тысяч. 265 тысяч он дал. У Казума 463 тысячи, по-моему. Лапу вот, ты дай. Ты показать тебе больше 200, тебе сказали кто? Лаг, что это за рейтинг? Дайте под ДК. Кулак в ДК дайте, пожалуйста. Ну что, на пул? Коник, чего не хватает? Как подлетит пуляй? Не достаю, слишком далеко. Нужно подойти поближе. Гастри на дальнюю платформу. Быстрее, быстрее. У нас новенький варстал. Он меня предупредил, что ему надо отойти, ничего страшного. Гастри.
больше на первом. Нормально. У которого мало хп, угля добить. Эпик, к краю подойди. Я упала. Добейте там угля. Крепость Мелики не играет по угля. Это Войд босса подержу. Там когда стреляли трешки, прикажешь, как подведи. Вниз прыгнули. Вверх что? Вперед. Добить 500 тысяч, 300. С центра убить, сейчас доступ появится. Ваняль, ты зачем бурю жмешь? Я не бурю нажал, братан, я по мобам сыграл случайно, блядь, таргет получилось, что взял.
Че, есть БР? БР отдают стоп по команде. Окей. Да. Выведи. Кстати, можешь, Полин, нет? Да. Бафы можно? Там ты. Что-то мог бы и не добиваться, да? Жунайн, поднимай санте. Зачем было добивать маленького бойка, когда у него хп мало, когда босса нет? Как упихал? Ну крупных-то подбивайте. Мобов не бьете. Вот. Добивайте, его, блядь. Его надо было убить, когда босс был живой. Вы зачем-то сейчас бьете? Зачем? Поглупые, что ли? Будь поглупые. Уже двоих миликов убили, блядь. РДД, крестик, череп бейте. Только потом босс. Заавойдились себе гастры, вы. Уходи. Сейчас выведу. Теперь этих подбивает двоих. Не убивайте только, просто подбей. Сначала крестик череп, потом босс. Череп быстрее. Не лагает. Порешал БР по ванилю, дай. Да он что-то писал. Не в Дискорде.
Или без дискорда мы идем, что-то в этом духе. Я ему в ЛС линканул дискорд. На всякий случай. Крестик добьете, нет? Бейте крестик уже. Хорош, босс. Хер положили, да, вообще на мобов? Бейте боссов, да, мобов не бейте. Да, это, конечно, хохма, блядь. А, не, Элис. Крест, не бейте, не бейте крест. Босс появился, бейте крест. Крестик добейте. Мне кажется, РЗДшкам надо БП раздавать. Мы это сделали. Я уж не помню, когда этот плащ попадал. Там, когда мобов добиваете, когда у босса изи хп, у него хп не отнимается. Вы все делаете наоборот, блять. Ну еще миликов убиваете. Да, кстати, линканеть по углям. Меня вот тоже угли убили, потому что танки закопались просто в этих арках. А может потому, что у нас очень мало РДД? Вот может из-за этого слизни, ой, эти, долго сливаются? А то, что эти РДД... Обычно у нас одни Неликс. РДД и там пару миликов, а тут у нас дохрена миликов и Неликс. Мало РДД. А то, что продолжали бить босса, когда надо было добить... просаженных элементалей. Ничего? Прям ну, вот модельки. Что, милики не бьют. Там они отлетают, когда добивают. Добивай даже на РДДшке, Неликс. Так я бью, у меня 6,6 лямов. Только вот я своим почти 5 лямов дал на варе. Это учитывая все вместе первую и вторую фазу. Да, Неликс? А ты бьешь на первой фазе, что ли, тоже? На первой фазе, вот именно, что, милики не бьют. Я вообще бью, потому что началось, что, типа, не бьем мы это, трэш. Нормально убили, убили. Было да, конечно. РДД, вы бы кричали, там, что это, не и так сойдет, да, Войт? Похуй. Нет, ну, хуёвенько тебе. Ну, потому что всего только раз, два, три... 4, 5 РДД одеты. Посмотри, Неликс. Милишники подбивают элементарий, да, мелких. А РДДшники добивают, а в итоге добивали пятый элементарий. Тогда, когда не было моба, слышишь? 600 тысяч добить это долго, особенно не РДД. А когда у моба висел 1%, не могли добить, это как, с чем связано? Ну, потому что, может, их много было. Подождите, подождите, опять на паладина чест кто-то будет набрать? No. Да, на мейн. На паладина. На мейн нет, типа байер там. С лоста. Там в конце было 1% моба, когда у босса меньше ляма было. Вот и что-то будет. Неликс, ты бьешь на первой фазе в голков, это раз. Во-вторых, блять, между тобой и первым местом с НТМ у вас разница 3 ляма, блядь.
Там, по-моему, Коника хотел на чест паладиновский зайти, нет? Ну, вообще Коник, да, должен был идти весь рейд. Он на первый босс. Сколько у нас... Ну да, он на первый босс только рог зашел. Я потанчу этого. Че у вас там видео залилось, снят? Да, в теме посмотри. Я загрузил. Это какое? Это типа, которое монород создавал, да? Нет, моё. Боём, это где? Тайсу? Ну да, тема, которую монород создавал. Да, не, не таунт. Не бей, значит. Кир, спекайся в лема. Только тут, чтобы не вайпнуться всему рейду, вы вот в этот уголок заводите моба и вставайте, чтобы не отлетать на других мобов не агрить. Скинул ссылку вниз. Че там, клоки, контрольщики? Вот моб бежит, ты танчи моба, а контрольщики за контролем. Уголок только его. И все отойдите в уголок. Еще моба. Кто там, маги, локи, фир, шип. Ясно. Ты моба, ты танчи там. Кто там? Алоэ, иди танчи. Че ты тут стоишь? Че ты происходит? Вам так сложно встать спиной к стене. О, а чё, классно. Войд, а напомни тактику там. Ложитесь. Тактика. Поставь этот столб света, куда там вставать надо. Сейчас поставлю. Бега, срез, дашь масс-рез. Чё, контроля не было? Моб его апнул и танки ли? Дело не в контроле. Дело в том, что отлетели люди на мобов. Да, это уже сразу. Потом был. Давай, резай. Пегасрич, давай. Ту-ту-ту. Пегасрич. Бля. Ну кто-то вставайте, значит, шмон какой-нибудь. КД. Понятно, все, и Пегастри АФК не таунтит моба. Алоэ танчит маленького, которого контролят. Заебись. А вот именно, что его не контролили. Тебе вообще должно быть похуй, твой моб большой. Ну смотри, его не законтролили, он побежал на хилов. Я его на себя взял. Таунт у меня на КД, когда ты лег. Вот и все, потом начали отлетать. Вот моба ставишь в кружок, встаешь спиной к стене. Рейд встает в звездочку. Ты лучше не мне расскажи, а кто мобов контролит, еще раз им скажу. Мобов контролит локи, за которые там маг... Не было контроля. Если нет контроля, я там стану. Всё, только стану.
Значит, встаньте в звездочку весь рейд, чтобы не отлететь на мобов в уголок. И бафы дайте хоть какие-нибудь. Да там главное, приставав лапку кулак. Ну, даже лапка, этого нет. Элбрил АФК. Неликс, дай приставав. Все, что на ХП связано, все дай. Поставьте шкаф. Он у нас полипал, да? Тыкните. Фарада в Дискорде? Вап. Говорить можешь, нет? Тор, что не хватает? Ману регенила, все, хватает уже. Что-то рейд не хочет звездочку становиться. Иди в кружок убавь, да. Парада, будешь мне в личку отвечать, сейчас перенесу тебя. Зависло? Нет. У всех зависло? Нет. Блядь, что у меня какая-то хуйня. Я пока не могу использовать эту способность. Ага, уже чуть дальше кружка, потому что чтобы к тем не отлететь. Вот этого белого еще. Баньте. Забаньте второго тоже. Кто там из лока? Что там второго лока? Два лока же. Третий. Четыре лока даже. Хила, пожалуйста. Блять, ну вы чё? Thank you.
смешно пишет ДБМ, обнаружено привидение на земле следа. Малый рыбок. Твой черепок. Ваниэль, по просьбе трудящихся. Ваш черепок. Ваш черепок. Что это без матки? Бьем черепок. Вы бьете черепок. Весь рейд бьет черепок, значит, бьете. Тонтите черепок, ваш черепок. Два танка. Очень много черепков. За что ему участь такая? Бля, Войт, а где столб света? Куда вставать? Эти... Тут не откидывают, тут не надо. Т5 паладиновский сока не продается. Ваниль, да он и меня обижает. Что тут без вариантов? Большого играйте, этих забанят. Да зря ты забанил, Войд и так продержался. Ну так же ваш черепок. Пегастер, смотри, у тебя ревностного нет, он тебя шотит. Давай я возьму. Держи, через стеночку стрельну. Бага. Да. Тут ШП просит, гильдия, 279. Тебя отправлять? Можно. Как ник. Юраган. Угу, да, байк дам. На аукционе, наверное, видит. Ебать, какие сопроты дорогие стали, блядь. Чё там, нахуй, кризис потравил? Посмотри, сколько стоит титан. На стой титана и посмотри, сколько стоит сапрот. Одна и та же цена. Этот юраган, по-моему, с этого сирусов, по-моему, нет? Не знаю, такой никнейм даже. Который шеемкой, по-моему, бегал в хиле, блять. Или это не он? Рыба стоит. Учил бы этого босса с Салоем или с Эпигастрием. Очень хочется. Ну не сказать, что хочется, просто я с Коватом когда тончил, босс только на мне был убойный, там никто не сдох. Эпигастри в ретре, на боссе Войд, оф танка, Алоэ, шкаф поставьте.
Все здесь пьют сапрот. А есть сапрот? Подожди, давай оттуда ДЦ спекнусь.